И со мной играет Слендерина. Поздоровайся, Слендерина. Да, всем привет. Это я хотела у тебя спросить, ты зачем Леди-Баг-то выбрал? Ты же мальчик. Как бы меня же тоже не только мальчики, а девочки смотрят. Как бы, да. А! Ха-ха! Чё он так? Дай-на, не отвлекайся. Так. Заново. Я даже не успел ничего сделать. Все, давай, я быстренько сейчас все пойду. Пойду. И вот так вот пойду. Пойду. Повернусь. Так. Я все знаю тут. Кстати, ребят. Смотрели, Катя и Макс, и Катя у Леди Баг играет. Она вообще почему-то лошара какая-то. Это же так легко играть. О. Как в томе вот это, только в другом томе, не герой. Помните, вот это было? О, портал! Куда, интересно? Ухо. Ой. Оп. Слендерина это... Ну, девушка, наверное, будет интересно Леди Баг посмотреть. Как бы. А меня проходить, Слендерина. Ну, ты сложная. Ну ты же пошел, а? Сложная. Ну, это игра легкая, а другая уже сложная. Я вообще в той игре книжечки не мог найти. Я не стал это видео, конечно, выкладывать. Я его удалил. Ну почему? Ну, потому что, ребятам, наверное, интересно, как пройти тебя, Слендерина. Как пройти тебя, ребятам же интересно. Интересно, интересно. Почему им все интересно? Хотя, спасибо. Бы просто. Я не знаю, прям. Так. Ну и как тут в бой впуститься? Сейчас я много себе соберу. Давай. Эту играть. Леди Баг. Мурдабаг. Так. Что это просто? А где вот эти те способности? Наверное, я так знаю, что их надо подобрать. Так. А сейчас... Кстати, есть мультик такой, кто девочка может смотреть. А я не люблю этот мультик. А! Блин! Это так... Ё-моё. Ну, понятно. Сложного. Ну. Так, Катя, вечно. Как-то дурно. Это легко. Легко. Так. Я ничего не снимаю. А, зачем вот это? Ага, что-то забыл, ребят. Подзабыл. Так. Что у меня другая снимает? Вот это. Что я подзабыл. Ну ладно. Думала, отключилась. Не хочу. Так, хочу. Так. Блин, я тут вообще первый раз играю. Никогда не играл в Леди Баг. Ну и вообще я не смотрю эту фигня. Какая-то мне неинтересно. Ну кто девочка может посмотреть? Я думаю, тебе интересно. Так, подписчик. Если ты девочка, подписчик, тебе интересно. Кстати, я обещал Барби. Ну я уже в Роблоксе Барби снимал. Но дома ужасов так и не снял. Ну да, ну потому что я все почему-то для мальчика. Ай, блин, не успел. То опять не хочу так проигрывать. Что
у меня две звездочки, круто. Круто, не на круто. Что? Нет. Да, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да. Есть такой мальчик, не да, да. Вперед к писькам. Второй уровень. Так, ну, я думаю, прикольно. Блин, 20%, уже 19. Да я все тут знаю. Так, я бы Катя врезалась в дверь. Я врезалась в дверку. Мне не получается. Катя, не отдайся сейчас. Охренеешь. Так, ладно. Ну, Катя и Макс. Смотрите. Такого Макса. А, это как в Томе. Зачем так быстро бежать? А если споткнусь, упаду. Как в Томе только. Понял. Что такое глаза сейчас? О, хорошо, что у меня это есть. Сейчас я выиграю. Победю. Побежу. О, еще одна бабочка. Это прикольно. Я прошел. Ага. Тихо. Ухо. Почему так быстро бежит? Ты же так упасть можно. А чем так быстро, я тебе сказал, бежать? Сандерина, останови! Как я тебя остановлю? Это игра. Ну, блин, Сандерина, я выиграть хочу, а не проиграть. Я чуть не проиграл. Ну, как бы эта игра, ты, наверное, никогда не выиграешь в этой игре. Я выиграл. Я об этом не подумала. Тебя завидуешь? Да. Прости, то завидую. Но почему ты выиграл? Я играла и проиграла. Что, лошаха? Ой, это же легко. Как Катя прям, как Катя и Макс прям. О, наконец-то уже эти костюмы, а то гад дура. Она же по домам лазит, в смысле? Я бы на ее месте... А вот она, дом, мне нравится. Как лазит, как Человек-паук прям. А, вот так, а! Блин, я упал. Нет, реклама. Реклама так реклама. Новый айфон. Музика, как музик. Так. Да куда машем лапами хвостами и мордами? Так. Машем лапками. Не-не-не-не-не. Пойдем всех убивать. Зачем мне это, да? Магнит бесполезный, да-да. Зачем мне магнит? Ибера один. Ой, нельзя вот так сделать. Все бесплатно. Хочу. Ну, ребят, так. Coffin Dance смотрите. Нет. Ну, Coffin Dance только смотрите. Ну что так долго, я не понял. 11, 10, 9, 8. Ну, просто набирайте Coffin Dance и все. Будет круто. Ой, поговорил и... Все, давай. Нахуй.
Да. Меня скоро по... Явятся новые детки. Блин, опять проиграл. Опять эта гребаная реклама. Лошары. Оп. Надо вот сюда, потом вот это вот сюда. О, вот так вот. Наверное, прикольная игра. Да! Ну, выскочил. Ладно. Ну, блин, не. Ну, да зачем мне реклама? Нафиг они не нужны. Так, Сандрина, а ты бы пошла, интересно, Сандрина? Я не знаю, давай я попробую. Ну, на. Так. О, печенька. Э, давай мне, ладно, на. О, еще одна печенька. Теперь я буду собирать. Пученки. Пученки. Чу? Пыче! Чу? Да? Слышь, я упал. У меня 4, мне еще было 1. 5 было. Тут 0 звездочек. Давай вот эту. Да, на него мне хватило денег. Нормально. Ничего себе, тут босс. Интересно. Теперь двое мукдаков. Ой. Оп. Давай, давай. Ох, блин. Оп. Такой. Ай. Ой. Ай. Тихо, осторожно. Блин, а шлем не собрал. Оп. Так. Надо собрать шлем. Да блин, я его что-то... Ай. Он прям передо мной, босс. О, все 3 звезды, нормально. Так. Мурдаку, мурдаку и бурдуку. Мурдаку, чтобы вот этого выиграть, столько нужно, наверное. Ну, а я показываю вот этого. Я за супер кота. А, за кота я же мальчик. Я же молк! А! Я ты молк, да. А! В смысле? Это, блин, или магнит. Ну ладно. Больно надо! Уже 11 минут. Не, так бы... Ой! Я думал, тут надо вот так. Почему ты мне это не... Чё-то ты радостный. Полетели. Чё-то ты радостный. Полетели. Оп. Да, вот это. Бананы. Хоп. Хоп.
Гоп! Гоп! Ничего себе! Я начал тут. Это ты радостный, получай! Так, ладно. Оп. Это моя бабулька говорила. Твоя бабулька? Ну да, я видела Локи Бобо. Но зачем она Локи Бобо мучила? А потому что он пошел. Сандеринка! Ты что, совсем дурак? Потому что он прошел, блин. Тут, Локи Бобо тут хочет бежать. Я тоже хочу бабульку. Ладно, вон что-то. Ладно, вон что-то. Всем пока, ребята. Я тебе чего сегодня мы играли. Всем пока, ребята. Я тебе чего сегодня мы играли. Ледибак. Да, я удалю. Я думаю, вам понравится этот видосик. Поставьте лайк, кто девочка, а я нет. Ну, в общем-то, всем пока!